А ты что будешь?
Чуть-чуть.
У меня было столько оружия, у меня... Вот, блядь, Яндекс ебущий, блядь. Бум-бум-бум. Я тебя бум-бум.
Ну как выйти, блядь, отсюда? Ну я ебал. Игра дерьма ебаного. Что не так? Окей, туда пойдем. А, поезд ждать. Понял, вспомнил. Вон еще какой-то, ладно. А, окей, окей. Окей, буду стрелять гайды, но я не знаю, что это такое. Как хуйня называется? Как выйти? Как выйти с карты? Ну как называется залупа? Ну как выйти, блядь, отсюда? Ну я ебал. Короче, мне похуй, я буду стрелять. Привет. Покажу, как выйти с помощью выхода с локации таможни за диких и за ЧВК. Хотя у меня уже есть видео для каждого выхода на... ...в моем канале. Ебанат. Вот эта карта, да? Нет, нет. Может, эта Таркова находится вот здесь. Ворота на старой дороге. Сюда нужно... Мы здесь. Будем бежать в эту сторону. Вот сюда. Так, бежим по ЖД путям. До конца. Таможня, блядь. Армейский ящик, я в него загляну сейчас. Вы хотите заглядывать, хотите нет. Там есть еще чем поживиться. А кто я, блядь? Ну я ЧВК, наверное. Всем привет, друзья, с вами Таргар. По краю. Здесь по дороге не бегите. Вторая заправка. Вы... А... Дикий. Короче, мне похуй, я не знаю.
привет. В этом видео покажу, как выйти с локации резерв с помощью выхода бронепоезд. На карте он тут. Мы здесь, на бункерах, возле платформ. Спускаемся вниз, и на этой станции под конец рейда приезжает поезд. После 25 или 35 минут рейда. И делает два гудка. Привет. В этом видео покажу все выходы с локации резерв. На карте мы здесь, на площадке с вертолетом, рядом с черной клеткой и черной ладьей. Бежим назад, к западным бункерам, и возле обзорной вышки первый выход. Дыра в заборе у скал, за дикого. На карте тут. Далее проходим прекрасный бункер. Также ЖД пути. Да, знаю. Я вообще заебись играю. И рядом будет выход, дикие места. Тут понадобится двое людей, один ЧВК, второй дикий. На карте, тут тем платформам и... Ты скажи мне лучше, как выйти из этой хуйни, я не знаю. Я вообще в эту игру не играю. Идем параллельно к концу первого бункера. В конце будет выход гермозатвор бункера. Сразу выйти не получится, нужно подать питание к нему. Будка стоит рядом, с белым королем и белой пешкой. Возвращаемся назад и идем по рельсам. Выходим на дорогу, идем к этой будке. Возвращаемся назад и идем по рельсам. Рядом, с белым королем. Ебал.
показать и рассказать, как фармлю деньги Таркове я. И я не один такой, кто фармит таким способом, так как среди моих подписчиков тоже такие же фармители есть. Да и я уверен, что многие из вас знают и пользуются этой возможностью. Но помимо вас есть также много новичков в игре, и в большей степени этот ролик для них. И прошу, не надо в комментах писать, мол, на словах у тебя все хорошо звучит, а на деле всего 20 миллионов в скроне. Мужики, я женатый кит с маленьким ребенком, и еще на работу хожу 5 раз в неделю. У меня просто нету времени надрачивать тарков. Я в большинстве своем в тарках играю только на стримах. А способ фарма, о котором я расскажу, реально очень хорош, он рабочий, и благодаря этому способу вы сможете поправить свое благосостояние. Мой способ фарма заключается в следующем. Ночь, таможня, ПВЗ, пустой сервак. Именно ночь, потому что ночью, в принципе, мало кто играет. В сочетании с полупустым сервером, так вообще милое дело для фарма. Один маршрут, который вы сейчас можете видеть на карте, я придерживаюсь только его. В очень исключительных случаях приходится отклониться, но это, блядь, прям очень редко. Это случай, когда по этому маршруту не удалось найти либо ничего, что вообще пиздец как редко, либо очень мало. Пробегая по этому маршруту, мы лутаем по пути тайники, сейфы, куртки и меченку. В зависимости от спавна ставим приоритет. Если спавн рядом с меченкой, то в первую очередь, конечно, бежим в меченку, так как она одна может нам принести несколько миллионов. А потом уже по ситуации, либо продолжаем идти по маршруту до выхода, либо выходим сразу на такси. Ныряем по оружейным коробкам и сумкам по желанию. Я разве что только по сумкам лазю, коробки вообще практически не трогаю. И чтобы этот способ был реально очень прибыльным и рабочим именно для вас, нужно заморочиться вам с тем, чтобы найти полупустой сервак, либо пустой, что будет вообще идеально. То есть это делается следующим образом. Отключаем все серваки, нажимаем на пинг и выделяем именно тот сервак, на котором у вас самый минимальный пинг. Нет, конечно, это на заселенность сервака никак не влияет, но таким образом вы будете отсеивать сервера с минимальным для вас пингом и, скорее всего, найдете среди таких серверов тот самый для себя комфортный, как нашел я. Заходим в игру, одеваемся как попало, самый дешевый ПНВ и идем на ночную таможку. Пробегаем по маршруту и оцениваем рейд. То есть у меня лично 6-7 рейдов из 10 проходит без встречи с ЧВК. А дикий так вообще, в принципе, это очень редкое явление на ночных локациях. Прошли с рейда 3. Если на серваке много кипиша, снимаем с него галочку, втыкаем галочку на другой и так далее. Таким образом ищем пустой сервак, чтобы не было никаких столкновений с ЧВКшниками, чтобы их даже, сука, слышно не было. Но опять же, пацаны, если вы услышите... думать, что это сразу где-то ЧВКшники ходят. Нет. Но и неоднократно была замечена такая ситуация, что боты стреляют в стену, сами с собой разговаривая при этом. То есть неоднократно было свидетелем этого. Допустим, возьмем, к примеру, обычную заправку. Подходишь туда на капсе, потому что там слышал какую-то стрельбу. Подходишь, а там бот сам с собой что-то базарит. Кого-то он там якобы где-то увидел и стоит, стреляет в стену. То есть имейте это в виду, что не нужно путать стрельбу ЧВКшников и ботов. То есть если вы услышали где-то стрельбу на карте, это не обязательно, то это где-то именно стреляют игроки. А теперь давайте посмотрим, что нам нужно для фарма. Для начала ключи, которые нам нужно купить, если их нету. Это ключи от общак, комнаты с сейфами. Они очень дешевые, поэтому вообще не парьтесь. 114, 204, 214, 104 и 110. Ключ от завода на всякий случай. Я лично практически им не пользуюсь. С момента вайпа до сих пор ресурс первого ключа не исчерпал. Так что как бы это. Ключ от времянки. В ней висят 3 куртки. Это возле трейлерного парка. Ключ от офиса в таможне. Там сейф и компы. Ключ от кабинета директора. Это на заправке. В нем сейф. Меченый ключ и ключ от склада юсеков. Последний не обязательный. Но если у вас он есть, то это хорошо. Берите с собой, не помешает. Меченый ключ очень дорогой, но не бойтесь, он может окупиться в первом же рейде, поэтому если у вас его нету, покупайте. А по факту за 25 использований он окупится и не раз, не фасотка. А вот вставочка, в которой я покажу, как обойтись без ключа от склада юсеков. А если у вас нету ключа от склада юсеков на таможке, который стоит в районе от 300 до 500 тысяч, можно воспользоваться следующей приколюхой. Встаем напротив окна. И пытаемся запрыгнуть. Хоп, и все. Мы на складе. То есть этот ключ открывает вот эту дверь. Помимо этой двери он открывает еще и вот эту дверь. Сюда также можно запрыгнуть. Вот на окошко. Хоп, и запрыгнули. Некоторые рекомендуют это делать машины, но это неудобно. Опять же, во второе окно вот сюда не запрыгнешь. Точнее, вот в это. Машины, конечно, тоже можно попробовать. Блять.
jump on bikes, rev it, latex on spot a pagan chef it. Rambo knife, wetting, station trips don't reply to the questions. Date scoring goals, just touching pedestrians, they don't ride in the 7. HMP, that's fights and letters, 3CB, that's waps or wet. Techers bang when he slap that rest, I'm purging the dark red, late night terrors. Burst inside, this beef gets peppered, 10 stab wounds when just got severed. I chinked him good, but bro did better, mask on my face got me feeling like Slender. You don't wanna see me lose my temper, bro got the heat, get fired like Wenger. For escape where the ops don't enter, wife if my bars get sense to the truth, I'm nothing like these pretenders. Yanko striking, chin the defender. TT's tapped on my life, he's messed up, gets head lost when the op boys jet off. Ketchup sauce when got chefed up, scream G's up, cause he got sent off. Herb, he's 7 foot, if I ching him down, I'll make him midget. Kush, try to buy chicken, ching him, ching him, ching him, ching him. Any of them, I ching it, I love it when pagan juice is spilling. Them man ain't smoking on nothing, it's like them man don't know how to bill it. Herb, he's 7 foot, if I ching him down, I'll make him midget. Kush, try to buy chicken, ching him, ching him, ching him, ching him. Any of them, I ching it, I love it when pagan juice is spilling. Them man ain't smoking on nothing, it's like them man don't know how to fill it. Skin gone beat like Mia Khalifa, start riding, just stop all the talking. 28 crucial borings, now he's looking like Stephen Hawking. Chopping up TT laser, and the beige look like Horlicks. This ain't beef, it's war, I call it, so I'm on a ride with booters. Stop packing civils like I'm trying to turn man to an 8-ball, stick on the table, satin like snooker. We could have made a hot flavoured drink, the amount of times the day got juiced up. When I bust my yanking case, I grinned and laughed at the prosecutor. This rap is old and it's still on a beat, I call it a fucking cougar. Too many booters, how many man left swimming? If my shank is blunt, still grip it, just gotta use more force when I dip it. This one day shedding tears, looking at a ugly picture. For a state still tight in this borough, but I just got back from the borough. Push my yank and dig it borough, watch my Rambo just changing colour. Me and Zed get chinned up, when SD chinned two others. Black water tugged in love and cutting, same way the ops are cutting. Same way the ops are cutting. He's 7 foot, if I ching him down, I'll make him midget. Kush, tryna buy chicken, ching him, ching him, ching him, ching him. Короче, такая тема, братуля. Не жалеет нос, жадный объебос. Сегодня заорем, о, пацанчики на паче. Надо нарулить и в песке будет встать. Мои кенты везде, они помогут всяко. Все отдыхают там, где бодрая музяка. Давай, делай, делай. Хорошо, руки жей, красава. Ускоренные чизики танцуют под отравой. Когда музыка качает, бабичок, торчок, торчок, за эту тему знает. Опа, опа-па, отдыхаем хорошо. Проебали все лавы, да заработаем еще. А давай, 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 подречить.
общем топчик так площадку горячо, как в сауне. Из моей девяточки.
ебать, пиздец. Ебаные долбоебы. Сука, ну конченые, блядь. Ну как мне это унести все? Ой-ой-ой. Устал. Хотели не доведу или что? Где-то трипла ебаная, я хочу пересмотреть его. Когда я их убил. Веснера. Ай, блядь.
Ну сюда, наверное, не знаю куда. Нихуя нету никого. Завод. Меня отпустят, потому что я не трогаю.
Ебать. Опа. Сейчас я толкну и стрибан. Эмбо, мафия, скипас. У нас нет бифа, как веган, но в карманах котлеты. У вас нет бифа, вы фейки, я в тебе вижу лейма. У меня есть пита, как оценки, вид чуть больше проблемы. Сука, ты сулись, как Херми, дропаешь мод, за ним будут кемпить. Биммер в грине, и я кручусь, как гриндер. Джимбо, скипас, плеер, склап, ики. А нахуй, Микки, ставчик очень липкий. Убрал тебя, клининг, но и на огромной льдине. Компас на плече потерян в Атлантиде. Я вижу эти пирамиды, и мы крутим свитки. Дерибал, я выдыхаю, призрак. У меня нет выхода, ну как труба, я свыхлоп. Скр, я запрыгнул в Бимер. Я 5 минут назад, я запрыгнул в Бимер. Я трахнул эту суку и уехал в Питер. Мне нужен новый перстень, слышал, что я должен выиграть. Еду так быстро, рядом карета, превратилась в 12. Я не больной, я ща на лекарстве. Сейчас тут задвигаешься, не там, воняет так сильно. 420. Вижу их даже, когда без мигалок. Я убил, камера не распознала. 7-3-5, высота будто скалы. Люблю эти галки, как галки на Алла. Вы могут решить, тут я не от Канья. Слышь, я бронирован, слово из стали. Розовый вигис на новом Аскале. Полный баздаун, я не опоздаю. Подо мной турбированный демон. Кузов цвета веном, сине-белая эмблема. Корпорация Umbrella. Бич, я выхожу на сцену. Свежий дизель в моих венах. Мы подкинем твое дело. Скажи спасибо, что целым. Джей-Джей Гуирилла. Лучше держись за перила. Хоу, длинным кокодилом. Под капотом злая сила. Хоу, робот Хелл и Хилл. Свежий став от игроков. Тут темнота между домов. Не полный рот, острых зубов. Скипаясь на бите, плюс 808-я мафия. Курим на Неве, камни на мне, холодный кафеля. Что-то в моем стафе, стиль до гроба и эпитафия. Ничего не придумал, это моя биография. Белый, Рино, фейки, мимо, ведь Стив, Джонни, длинный, Джей Джей, Хики, Хобла, Хиллер, Лока, Питер, прыгай, имя. Да, беги, долбоеб.
ready to live or to die. But I keep fighting that feeling inside. I'm gonna ride till I die. Sorry, my homies, I left this side. Do you ever think of suicide? Fuck with this pain, you can see in my eyes. You fucking around, you gon' pay with your life. Dancing inside, I don't know whether to live or to die. But I keep fighting that feeling inside. I'm gonna ride till I die. Sorry, my homies, I left this side. Do you ever think of suicide? Fuck with this pain you can see in my eyes. You fucking around, you gon' pay with your life. Чем прикол? Захотел? Может, потом продам аккаунт?
они не могут уловить этот мой флоу. Сука, в инсте хочет стать моей хохол. Смотри, чем ты думал? Деньги на моей даме, открой рот. Здесь Феррари, мне не нужен пит-стоп. Размерами трэп, я курю эти листья. Для тебя сделал рэп, я забираю числа. Иди нахуй, зачем мне твой тикток? Меня и так знает, я делаю хип-хоп. Петухи закричали, а как сказать, но плоп. Называют папа, золотая капа. На лица накапали, упали на пол. Смываю за сеанс, нашим деткам мейкап. Секрет не в приправах, а только в донат. У тебя нет денег, то возьми у бати. Ты бро, бой, пацан, и на этом хватит. Если сделаешь хапку, улетаешь нахуй. Обгоняю время, насылайте плуту. Сычки в стране не ждут от меня чуда. Они пьют мои чуды, их парни и уды. Включают шманик, не падает посуда. Я делаю днем, ночью и тогда утро. Эй, бэби, мне круто, кричи, вы с них. Эти цифры на мне, я имею валюту. Я имею валюту на зубах руда. Ем фармацевтику, схожу с ума. Похоже на азарт, но мне так наплевать. Делаю степы, попадаю в чар. Пролетаю лап, они стали на стар. Взрываешь корсар, я взрываю косяк. Эти деньги на мне называй инкассатор. Я имею валюту на зубах руда. Ем фармацевтику, схожу с ума. Похоже на азарт, но мне так наплевать. Делаю степы, попадаю в чар. Пролетаю лап, они стали на стар. Взрываешь корсар, я взрываю косяк. Эти деньги на мне называй инкассатор. На твой альбом не пох, не я пох. Кручу понсинабон. Этот рэперок похож на фотон. Слегка посиял и съебался вон. Шмани саундтрап дом, а ты клоун и клоун. Приезжай на район, я как раньше на нем. Сжигаем огнем, те кто так много врет. Бэтбой хуй плет. Знаешь, мне много не надо, no. Чтобы мама была рада, мама. Моя бэби была рядом, baby. Мои треки играют на хард. Фейковые награды за отдельную плату. Ребята старались, отравились яд. Быть лучше богатым, но где ваша правда? Он за свои цели станет тебе братом. Беру успокоиться табло. Я, сучка на мне, она мазана. Подумал, не будет наказана. На аптеку сегодня инфляция. Мне не нужно за что-то цепляться. У меня есть гордость и большие яйца. Деньги на мне, ей пришлось оголяться. Эй, бэби, давай раздевайся. Я имею валюту на зубах руда. Ем фармацевтику, схожу с ума. Похоже на азарт, но мне так наплевать. Делаю степы, попадаю в чар. Пролетаю лап, они стали на стар. Взрываешь корсар, я взрываю косяк. Эти деньги на мне называй инкассат. Я бы хотел туда прямо сейчас. Осенью не вижу дым. Где весна, зима и лето? С мыслями снова один. Мне не найти там ответа. Я обитатый рим. Проследи за моим ветром. Вечный цукуем и дрим. Я бы хотел туда прямо сейчас. Проснусь после заповеди. Вечный побег в игре салочки. Моя девочка не хочет мамочки. Она идет по пути и правильному. Рим не узнает про мани мечты. Я беру эту ношу на свои плечи. Мне не нужно быть лучшим, зачем эти швы? Я не вижу искры, я иду в эти сны. Зачем быть постоянно на палеве? Меня так параноит, что кто-то следит. Я придумал на эти дни алиби. И ты знаешь, что непревзойденный артист. Это место похоже на Хэллоуин. Я прошу, дай мне руку, летим в иной мир. Эти люди друг другом не правы ведь. И поэтому здесь загустел этот дым. Идеалы близки, половины беды. Это фаербол стиль, я сжигаю биты. Я смотрю на луну, если хочешь, беги. Я кидаю куна, не помогут бинты. Это ниндзя-отступник, пошли вы менты. Я кастую печати, как мои финты. И ночами я маску снимать. Не по силе тебе, я учиха Мадара, сын. Осенью не вижу дым. Где весна, зима и лето? С мыслями снова один. Мне не найти там ответа. Я обитатый рим. Проследи за моим ветром. Вечный цукуем и дрим. Я бы хотел туда прямо сейчас. Осенью не вижу дым. Где весна, зима и лето? С мыслями снова один. Мне не
не найти там ответа. Я обитатый рим, проследи за моим ветром. Вечный Цукуёми дрим, я бы хотел туда прямо сейчас. Заберу твою сугу в Дубае. Бигбой в Дубае. Увезу твою сугу в Дубае. Да, на тексте арабском. Да, на тексте арабском. Играет на мне как на флейте. И не нужны мои деньги. Только мечтаю быть вместе. Но я все равно не уверен. Бигбой в Дубае. Увезу твою сугу в Дубае. Да, на тексте арабском. Да, на тексте арабском. Играет на мне как на флейте. И не нужны мои деньги. Только мечтаю быть вместе, но я все равно не уверен. Я захотел, я смог это сделать. Все мои парни со мной, мы на месте. Только настаньте, мы сделаем деньги. Я только начал, я не хотел. Да, я бы на трапе, когда мы взрывали. Хоть бы знаем, но ты это знаешь, а ты это знаешь. Я бы напасть, теперь я своей. Там мы на флете, как будто мы шейки. Только мы сделали этот квартал. Вышелись. Из-за таких ситуаций просто не хочется. Это бывает. Здравствуйте. Просто ужас. Ну ладно, забудем эту тему. Реально такая. Кстати, делики повыполнял на заводе выжить. Ну там 2 часа. Ну, хотя завод падал как-то играет. Да? Завод, да, блядь, там душнило. С теми рейдерами, да. Кстати, вчера нас обманули, и килла не 100% спавнится. Я смотрел, последний раз 35% повышали шансы. Ну, еще 35% на киллу. Так нет, именно во время ивента МБ. Не-не-не, я вот именно чекал, да, спавн и все. Все эти фигни. То есть 35, ну, все, 35. Я сбегал, типа, 10 рейдов ночью, и что, ни разу его не увидел. То есть каждый спавн обошел. Я один раз слышал, кто-то зажимал с РПК, но я не нашел... типа, самого киллу. Я видел, типа, трупы ЧВКшников без жетонов и полностью, типа, ну, одетые с оружием, с броней, но без жетонов. Их из-за очень мистическая фигня. Там чел какой-то, наверное, фетишист на жетоны собирать. Maybe. Ну, просто, знаешь, вот он лут не собрал никакой. Там броники 6-й, 5-й классы были. Он, типа, а жетоны надо собирать? Типа, я недавно умер. Да. Но жетоны можно продать, да, как минимум. Как максимум, не по деликам, по квестам. Еще бартер есть на жетоны у торговцев. То есть можно броню там купить, оружие. Ну, короче, полезная фигня. Угу. Но целенаправленно, типа, если, ну, есть возможность, то лучше возьмите.
надеюсь. Наверное, самые крутые — это вот эти вот ящики для вещей. Это не терапевт, а партер, цена 150 жетонов. Типа из завода какой-нибудь бегаешь чисто, где ПВП. Там, ну, 10 минут 5 убийств можно сделать. И... Куча-куча жетонов нафармливаешь, потом бартеришь. Пишешь, что жетоны меняются. Лидикс — это фигня. То ящик для хлама можно за 100 жетонов получить. На начальных левелах это очень круто. Когда этот вайп, типа, куча новичков бегает. Ну, все новички. 100 штук зафармишь и ящик халявный получаешь. Очень полезно, приятно. Эрсас еще по квесту нужен будет. Вот, вот для него вот жетоны обязательно собирают. А как бабки продают на фанпэй? Типа вот там по миллиону, по еще что-то? Не в курсе, честно. Не таким занимаемся. Это иди уже всем ребятам, так сказать. Здесь на официальном дискорде точно никто не скажет. Тем более чел с роди шерпа. Да. Блин, алтын 6 кило весит. Вообще ужас. Ну 5,5 кило. Ну, статы посчитай, сколько он режет сатов. Но самое гадкое — это статы. Да. А так 6 кило. Че там, 51-ю силу легко апнуть. Ну, еще да. Флэш, все. Ну, с тобой говно, подсумки и все. Ну, эпсилон получаешь, и танковый кум пихаешь, все. Потом в начале вайпа кум стоит, ля. Бегаешь. Ты видел ребят, которые полностью голые бегают с танкового акума? Типа просто вот голый чел с топором и от выхода до выхода бежит. Это, блядь, официальный дискорд, сука. А, какой-то странный этот самос. Я взорвал. Че, у меня показало, что ты... Делал рефрешер. Просто делал рефрешер, потом БКБ, блять, этот самос — это что-то с чем-то. Вышел попуск. Вышел попуск. А тебя сохранилось все разве? Да. У меня уже, ебать, этажей тут. Пидорас, что ты за пружа играешь? Не скажу. Никто не играет, только он один играет. Мне что, такие-то лохи заходят? Это их шоты, я же. Я их, кстати, с руди обстреливаю. Вот сейчас револьвер обстрел, какие-то лохи были, блять, они вышли аж от этого. А, стоп, чё? Можно, походу, эту штуку ломать или чё, почему стрелять могут? Какое это? Вот эту фигню, походу, ломать можно. Ага. Можно. Ага. Не, она просто подсвечивается. Мистер Бомбостик. Мистер Бомбост. Телефон, босс.
Пинер будет, напишешь. Так. Опа, 400 тысяч. Я помню, играл так в игру, и так, сука, я вкастил 2 часа. Потом этот как-то... Это только первый этаж я сделал, нахуй. А там, оказывается, еще было 10 этажей где-то, нахуй. Прикинь, сколько это? Я вышел, у меня очко сгорело. Это я не помню, какая-то игра, там где-то надо было строить дом свой. Опа. Не, видимо, на третий этаж нельзя будет так подняться. Все можно. Через контрол, который через shift lock ты можешь подняться. Типа, перепрыгнуть и этот. А знаете, что чит точно не писта? А чит точно не писта? Ноликс чит. Говно ебаное. Согласен полностью, сегодня играл, вообще фигня полная. Так ладно, постоим, мы пока пофармим. В смысле, в Rage MP ты играл или где-то играл? Не, онлайн. Онлайн, даже в онлайне говно. Давайте покрашу по КД. Подожди, сейчас зайду. Да, с Midnight нормально поиграем. В онлайн. Ну, кстати, ну только на миссию не запустили, потому что... Видна для мужиков. Согласен. А у тебя же этот CV, у тебя же этот... ЛТшка на 0x. Биту. Да. Я не как дам. Так-то понимать? И, чит, и при этом чит фиговый, как так-то? Так залупа ебаная. У меня там рега 19-й год. У меня там все ЛТшка. Жизнь вором. Согласен полностью, Жизон. Подписка плюс репост на канал. Знаете, что я хочу больше всего? Да боже, ублюдок, Сан, я вообще забаню ублюдка этого Санела. Забань, забань. Но не с Неверлуза. С Вяви хочешь? Нет, я хочу с Фаталити поиграть. О, бля. Да, а, нет, это говорил нормально же. Кислый, нормальный чит. Так, все говорят, что это нормальный чит, это что нормальный, нормальный. Я с ним играл, потому что этот как-то... Ой, блядь, его мувимент раньше был, ну это что-то с чем-то, блядь. Какой ты с ним играл, че, дебил? Анификс, который. Это клосс чит, дебил. У меня там вид меньше, чем у тебя нахуй был. Ну, скажи свой вид. У меня 3000. Один. А. Все? Да, дал фору молодым. 3000 просто так, типа, назвал. Че в голову пришло? А я реально один. А я реально один. И на ХВХате тоже один. Въебич. Все, я тебя баню. Фаталити? Зашарил? Нет, здесь. Нет, здесь. Everybody dance now. Тут, 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 тут. Данная паста будет сегодня не стрелять? Нет, я запретил ей. Заметил. Чит ублюдок ходил. Нет. Я ему запретил просто выкладывать нормальный бил. Ты не знаешь. Это инфу, которую я все скрывал. Нормально, я, ну, типа, у меня миндамаг 101, я стреляю на 10, ой, ну, у чела 10 хп, я стреляю на 9. Так, блядь, дайте, сука, все мои бабки. Дайте мне этот чит.
кричит. Опять. Я пронумерую срок. Где-то хуйня. Опа. Ссылка у меня. Он стоит денег. И он сколько? Сколько он стоит? 10 евро. Я, блядь, 15 евро стоит. Он закрытый, он вообще не продает. 50. Кому продает? Никому не продает, он закрытый у него на маркете. Да я руфлю. Что-то какой-то челот не могу найти нигде старый. А, вот, нашел. Кучело. Тут. Вот. С тобою бум-бум-бум, текила бум-бум. Для тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум. Мы ночью бум-бум-бум, закончим бум-бум-бум. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум, поможет бум-бум-бум. Мы ночью бум-бум-бум, закончим бум-бум-бум. Сегодня пятница. Не буду спрашивать, почему у тебя твои заказы. Рот закрой, балаган. Рот польская курва пердоле. Естественно, у меня нищий посерьез. Бомжи и бомжи. Не-не-не, оно же тапнуть не может. Да, я реально не могу тапнуть. Я уже признаю, что я не могу. Уже все настолько. Не-не, оно даже убить не может. Ублюдок. Саныч, тут вообще бактериях работает адекватно, нет? Ой-ой-ой, поплачь. О, да это худший чит! Поплачь. Томать резольвер и чест резольвер! Скажите мне, что еще форсбоди работает, у чела 4 хп, я ему дважды мистнул. Работает. Уебать, какого лута! Лорд Бургер Кинга. Блядь, поэтому какую я на аватарку себе поставлю, это ебаный пиздец. И клан Т Годлес. Я ему два раза... Нет. Ты даже не... Я своего друга из Ирла. Я своего друга, блядь, из Ирла на аватарку поставлю. Он мне сейчас такую фотку под Эндеркавр скинул, что это просто пиздец. Хуй! Давай заходи на фотографию, сейчас мы отфакаем этих. Этого Кодлис Лорд Бургер Кинга. Так, мне надо... Короче, я хочу что-нибудь... Блядь, у меня настроение всех выебать! Что-то у меня, блядь, я не знаю, нахуй. Я ничего не нюхал, вроде все. На трезвую голову. Ну, Пифти уже не стерпел унижения, ушел тоже за компанию. Остались самые потные. 13-10. Давай, заходи. У всех отвака. Я в стомач метнул! Блять! Отходи. В смысле, я на Galaxy нахуй, я не знаю, у меня... На шаг, давай, заходи. Не играй там, не сися. Я на шаг, тут столько мишеней просто для убийства. Да в хуй мне перни, тварь! Ага. В хуй, пернями хуй! Здорово, Вегас! Пенис! Как дела у тебя, Вегас?
Ты видишь, против меня Спинвуль застакался. Мы вот мы проигрывали 13-0, он зашел, мы был еще 13-0, он зашел против меня. Изи, ебаная лимба. Он мог зайти за меня, и вот мы вот сейчас камбэкаем. Камбэкаем вот сидим. Не блин. Да я хочу камбэкнуть, так неинтересно. Про что ты? Да я на шарке тут, там пир вот этот Вегас. Сидят. Они вот они опять они видят же, что я играю типа против Нелли. Ну, 50. Они 13-0 ведут. Я играю, ну, за которые проигрывают 0-13. Я вот сейчас камбэку 11-13, и они специально заходят против своих. Не ладно, эфир-то он ушел. О, шлюха. Не, ну после этого, если еще зайдут пару человек, мы их отфакаем. Что? Подожди, замучись. Разговорную речь толкнуть. Да! Все, меня прет. Мне похуй. Меня поперло нахуй. Меня долбоёб тапнул. Да пидорас, ты губой мой хуй зацепил, тихо. А потому что 33 мое любимое число, нахуй, изи, блядь! Изи, блядь! Нахуй, 33 мое любимое число, блядь! А у меня мать сдохла, нахуй, год назад, мне похуй! Мне похуй, я did inside, да, мать сдохла, нахуй! Мать ебаная подохла, тварь ебаная шлюха сдохла. Нихуя. Если грязь, то уже по полной, мне похуй. Да кого ты там выебешь, у тебя хуй не стоит, девственник ебаный. Да какой рукой, долбоеб, у тебя пальцы коротыши, долбоеб, ты даже сестру свою удовлетворить не можешь. Свою сестру уебешь, но у нее вместо пизды капуста, да я маму ебал твою, закрой ебало. Всем пизда, всем похуй вообще. Да в пенис мне, дыши в мой хуй. Делай моему хую приятно, ебаный пидорас. Как же приятно, ублюдок, я теряю сознание. Ебать, я хуйню несу, бля. Да меня эта мразь тапает в роллы! Мне похуй, у меня агент Смит Христофор мне пишет, бля, пошли вы нахуй. У меня друг Христофор, бля, я его позову, он всем пизда, ебаные ублюдки. Слушай, ты меня пытаешься спродировать или что? А что? Рариро, нахуй! Меня зовут Руслан, блядь! Не, у меня, к сожалению, нет дефектов речи. Блядь,
Бля, он у меня с пулемета сейчас тапнет, я у... Это меня как с пулемета сейчас тапнуло нахуй. Охуеть. Ебаный бицил. Потанцуем крабика. Блять, мне сейчас такого крабика станцевали. Ты знаешь на Italy Long? Да. Вот он сначала лонга, в конец меня просто с одной пули с пулемета тапнул в роллы. Просто подпикнул, тапнул и все нахуй. Еще и второго убил. Я бы в шоке был бы. У меня было бы невероятное желание его сбанить. Не, обычно вообще никого не трогаю. Но... А у меня, наверное, таких... Не, я тебе сейчас демку включу, ты просто вот посмотри на это. Подожди, тут у меня потная 14-14. Ну давайте помогу. Да я рот топтал, 10 нейдов мне кинули. Тише, тише. Изи, Польска. За кого заходить? Быстрее. Я за КТ, за КТ, за КТ. Амир, ты готов сейчас сойти с ума? Что, если я тебе скажу, что... И где моя команда? Да нищая команда у меня какая-то. Нет. Это ужас, мы проиграли. Не, эти тиммейты, они неисправимы, они тупые. Вот эти вот сейчас стоят, вот три ублюдка просто на миду стоят. Да как всегда, изи мапа. Ну изи мапа, я не почувствовал. ДЦП, ты вообще ку-ку. Алло. Ангел. Не обзывайся. Ну, же соперники же нужны. Вот чё играть-то по 15-0, 16-0? Всё, Семён, ну это наказание. Это, у него ещё ник Вайтинг. Да-да-да, это Семён. Ангел, у тебя замучи микрофон. Да. А, я знаю. А, я тут не знал. Бля, чтоб вы не охуели от того, что сейчас орать буду.
Где там Дорман Теймот? Там Мамавик. Пойдем в класс на позицию Стивахи. Любимую. За колонну. Удачи, там Ватан. Сейчас я его выбью. Да я его сейчас выбью. Показывай. Подожди, как? Готовься. Что за хуйня ебаная? Где лут нормальный? Ну чем я ранен, блядь? Правая нога. Дерьмо ебаного. А. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Решил ко мне лезть. Она не с черта. Будьте проклят. Братва.
Блять, вот. Ай, блять. Нет. Мауш, ты знал, что 4 равно бан? Помогите мне убить его, Малика, вот этого. Я прошел. Маус, ты что, послушный, что ли? Не, я не стреляю, блядь, в этого дукора, блядь. Или это эксплойт какой-то, я не знаю. Он просто не, стоит в открытую, я выхожу на фриклагах. Да просто не стреляет, чит. Он меня... Понимаете, это просто ублюдки. Я не знаю, а что это такое? Я во всех стреляю, кроме него. Что за хуйня вообще? Долбоеб 9-1 играет, блядь. Просто вот сидит в открытую со скаром. Пинг 50 у человека. Я сейчас ублюдка вот этого в паласе с МХС забаню. Это реально не смешно. У меня счет 2-2-8. То есть ты бы забанил весь сервер? Я мяснул. Бекокилла, да.
Ну, у нас команда нулевая. Это худшее, что я видел вообще. Нас просто сзади окружают каждый раунд. Ну и что я сделаю даже с авиком? Ну вот, все прячутся, блядь, сразу. Ну, смысл так играть. Ну вот, возможно... Ну я не знаю, вот это просто вот эти полосные бомжи, это просто ужас. Вас мало чтобы забанить. Да нет, там полосные ублюдки просто сидят на КД свежал. Да пидорас, как я тебя не зарезал, ублюдок! Блять, ёбаный в рот! А ты знаешь, какой у него флаг? Нет, он стоял с ебаной хилкой, я просто в упор встал, и у меня нож не режет, я мануалом нажимаю, попасть не могу нахуй, и меня просто тапнули. Да, какой у него флаг? Ай, блядь. Да, блять, у меня просто Зевса не было, я его потратил нахуй. На другого долбоёба, был бы Зевс, убил бы нахуй. Ёбаный в рот просто. Мама, твоя мама говорит. Чушка легитная, опять Сити встала, блядь. Сука нахуй, сейчас я им гранату как на стейр закину, блядь, что они охуеют. Я что, пацаны, ещё кину. Ну почему в меня, блядь, стрельнули? Блин, как я забаню его сейчас реально! Да не... Блядь, да не, это ДЦП ебанутый человек просто. Ну вот в чем прикол? Я думаю, ты меня керишь. А как я тебе закерю, когда их три скаута там? Ну хорошо, я убью одного, блядь, и все, меня нахуй снесут, как товарищ. Не, просто не пошел бы на меня. Ну хорошо, не пошел бы он бы, убил бы я его, и нас бы вдвоем бы другие два. Не, я бы убил, я бы хотел на них просто сейчас резко двоих пойти и всех убить. Какой у тебя пинг? 20. Включи ебаный, приди и со скарами пошли. Не, я не буду с такого, у меня невозможно играть с 20 пингом. Почему? Невозможно с 20 играть с пингом. Ты спи. Да! Да эти твари заебали на этом стейрсе нахуй, ебаном. Я того убил. А твоя мама говорит. Я не знаю, как играть, если, типа, там челики фул. Блять, вот он меня хитает на 9 ебаных хп, вот. На тебе тупо ланзер со скитом. Не-не-не, я реально камбэкну. В ЗКТ, под никадом, если команда не овощей. Я не понимаю, в чем проблема сдержать просто две точки. Почему вот они это делают, а мои союзники не могут ничего сделать? На ЗТ меньше же? Да? Это, блядь. Я нахуй придик включу. Или чем? Ну, мало ли, ты санный шаг. Ну вот смотри, ну блять, и граната, ну бля, этот дукор меня взорвал, да это пиздец просто. А, блять. Ну это реально невозможно играть, просто 500 гранат в ебальник залетает. По другому тактике, типа, нет смысла играть, нам нужно хотя бы один раунд забрать. У нас было бы два шанса забрать раунд себе победу. Я могу сказать, почему проиграли, потому что...
Почему я стою один на А, у меня еще 7 тиммейтов стоит в питу. Типа вот, вот одна из... Я там чела не стреляю. Он просто головой вперед пикает. Ангел, у меня вот вопрос к тебе такой будет. Подожди, сейчас. У меня еще хуже вопрос. Почему ебаная паста на Инели попасть не может? Не, стой. Тебе есть с кем 2v2 пойти? Ну да. Ну по приколу с Кеннеди поиграть хотим. Тебе есть с кем пойти, да? Ну, у меня есть. Не хочешь сплавать? Ну давай, прям сейчас? Ну прям сейчас, да. Там что-то делать. Хорошо. Нет, мы не вообще не выиграем их. Только не говорите, что это вы. А то он просто начнет хуйню гудеть, типа, блядь, я тогда с Критязом пойду и так далее, блядь. А если... хуй? И я сейчас сделаю опасный момент. Так, сейчас пока... Я отойду на минутку, пока там Алексон напишет. Миссис, жду это шот. Ой, ТДС. Это нечестно, блять, это нечестно, на. Бля, ну Дукор, блять, объясни, что ты, блять, на завтрак кушаешь, блять, вот Дукор, скажи мне. Что ты ешь на завтрак, нахуй? Почему чит попадает? Что нюхаешь ты, может быть? Я уже не знаю, нахуй, просто, что мне сказать. Но вак, попасть не могут, вообще просто похуй. Вообще просто похуй. Просто поебать. Просто похуй. Так я с твоим и играю. А, что-то сижу. Открой еще раз Дискорд. Mm? Да, все, забей. Чего? Да, это я. Кеннеди скинул, с кого мы идем. Ну только, блядь, без трешовка и хуйни. Даже если тапну, смешно. Нет, это не будет, если Алексон ничего писать не будет, мы ему, если что, писать что-нибудь будем. Так, чисто по приколу. Прикалываться. Так-то мы нет, конечно, так, пошло. Это делать нехуя, не знаю, эти паблики заебали уже, а на матче такие шлюхи играют, да пиздец. Да давайте BO3 или что-нибудь такое. BO3 мы так поиграем. Охуеть! Смотри, что он придумал. Я вижу. Ебаный в рот, давай, попади нахуй. Я не знаю, как его выключить. Он сам включился, блядь. Мне не продают. Нет, мне запретил. Лично эзотерик. Нет, в смысле, сейчас без рофлов. Я писал, типа, чтобы меня, ну, разбан точнее купить. Как сказали, лично эзотерик сказал, всех, кого по этой причине забанили в ад. Поэтому... В ад нахуй всех. Ну, типа слышь? Того. Слышь? Ты только демку сейчас оффни, чтобы Алексон переписку не спалил. Сейчас, у тебя есть коннект какой-нибудь, Ангел? Коннект есть какой-нибудь, сервак? Сейчас. Да я просто не хочу, да, эту дрочь, блядь. Какой-нибудь пидорас ебаный нахуй спалит и а, нахуй это нужно. Да, миди я выкладывать не буду, делать не нехуй. Да я не смогу так, ты же меня знаешь, блядь. Я свое ебало показал через 2 дня после начала игры на ХВХ, блядь, о чем речь. Вот, Малик, ну не буду, я вот представь, вот ты вот прыгаешь, а мне похуй, вот просто, я не легитерская тварь, как ты. Давай, по-мужски, нахуй, 1-1, блядь. На нахуй. По-мужски.
Че, у тебя коннект-то есть какой-нибудь, Антон? Да, да, должен быть. ДСП, вот, блядь, один раз мать твоя реально это услышит, таких пизды тебе даст. А че он говорит? Он говорит, я свою мать продал за роль Хабиби, блядь. А, шкаф это знаешь кто? Шкаф? Шкаф, он в чат пишет. Нет. Вот сейчас узнаешь, как играть пойдем. А, я понял. Ага. Ну все, ищи коннект тогда. Ах!